Thank you.
намеченной цели. И мне все равно, от тебя ли к тебе ли. Я буду идти, такова уж судьба. И я приду, как приходит война, когда повсеместно меня уже ждали. Забывали, ты знай, я приду, как приходит война. Будь долог, но легок, пока ты со мной. Я вместе с тобою устану в дороге. Спать на пороге, и путь одолеем, пока ты со мной. И мир изменим, если будем вдвоем. Мы утром с порога шагнем в неизвестность, но даже там мы останемся вместе. И мир изменим, если будем вдвоем. Саша, когда новая группа «Сенсор», сегодня вы еще ее слышите. Так, а сейчас будет совсем новая песня, вообще ни разу не играл вживую. Чуть-чуть расскажу историю. На последнем сотворчестве, на котором я был, 21 января, здесь, на втором этаже, оно вообще было совершенно потрясающим, лучшим вообще за всю вот недолгую историю, что я сюда хожу. Было много потрясающих совершенно авторов-исполнителей, в том числе новых для меня, но больше всего меня поразила одна девушка, которая пела такие очень близкие мне песни, такие антивоенные, пацифистские. Это было задолго до всего того, что сейчас происходит. Но вот я пришел домой буквально очень быстро, за неделю. Ну, да, для меня это быстро, потому что я обычно песни пишу по несколько лет. Вот буквально за неделю написал новую песню. Вот, и Уля согласилась ее со мной записать, и сейчас, наверное, попробует вместе со мной ее спеть. Честно предупрежу, мы ни разу не репетировали, поэтому не судите строго. Вот, Уля Мизюк.